Ты знаешь, я очень рад, что я это показываю, как я спускаюсь на метро Трубное вот по этому эскалатору. Так сказать, я полностью демонстрирую свою юность. Вот как это было тогда, так точно это есть и сейчас. И я абсолютно такой же. Вот, и в общем, все абсолютно так же. И это хорошо. Так что вот, ну сегодня я совершил, в общем, большую прогулку блогерскую. В общем, не знаю, я сейчас хочу замерить потом по карте, сколько я прошел. Кстати говоря, я ставил себе вот это приложение «Шагомер». Что-то оно у меня постоянно какую-то рекламу мне выкидывает. И, в общем, все это как-то портит мне тут, извини меня, атмосферу в моем телефоне. А у моего друга Титана, вот какой, я у него спрошу, короче, какое у него приложение, но у него вроде оно его не мучает. Ну вот он тоже, значит, сходит на прогулку и потом рассказывает мне, сколько там он сделал шагов, сколько прошел расстояние. Это неплохо. Хотя, может быть, и лишнее, не знаю. Ну, я люблю все записывать. Все регистрировать, вот это у меня есть такая склонность. Я ничего не выбрасываю из мало-мальски того, что можно не выбросить. Допустим, чеки. Я сохраняю все чеки, вообще, которые есть. Так что, ну, просто рассказываю тебе. Сейчас я особо уже плохо соображаю. Сейчас я, знаешь, я уже говорю в предыдущем видео. Я намерен, в поезде будет место, сесть, повесить голову и, значит, дремать, чтобы не пришлось место уступать. Ну, ты понимаешь, да, какой моральный закон? Я сплю, у меня закрыты глаза. Вот, повесив голову на грудь, да? Сидит мужик, спит. То есть встань около него хоть 10 тысяч старушек и беременных женщин. Он же спит, правильно? Его совесть чиста, он не видит. Правильно я говорю, да? Он не видит. Вот и все. О, он вообще пустой поезд. Тут 10 тысяч старушек и беременных женщин сами спокойно найдут себе место. Осторожно, двери закрываются. О, ты не представляешь, как хорошо сейчас вот доехать по прямой. Не надо никуда нафиг пересаживаться. Сейчас я даже думаю, достану книжечку, наверное. А книжечка, ребятки, вот, еще раз тебе рекламирую. Книга человечества, ребята. Все не знают, но никто не читал. Я тебе советую, сейчас же приступай.